События смутного времени оставили свой неизгладимый след в истории Ярославского края. В Ярославле в 1612 году был создан Совет всея земли, и в течение 4 месяцев город был столицей русского государства. Летом 1612 года из Ярославля на спасение Москвы вышло ополчение земского старосты Козьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского, сыгравшие решающую роль в освобождении страны от иноземных захватчиков и восстановлении российской государственности. Всего Назарин в книге о чудесах Сергия Радонежского повествует о том, что однажды во сне Минину явился чудотворец Сергий и повелел казну собирать и воинских людей наделять и идти на очищение московского государства. Однако Минин сомневался, его ли это дело, и только в 3-й раз, когда святой Сергий укорил его, что не послушал он волю Божью привести православных христиан от шумного мятежа к тишине и повеление нанять ватных людей, чтобы очистить страну от поляков, Минин молился чудотворцу, обещая исполнить, что тот повелел. Повеление святого Сергия дало Кузьме силы уговаривать людей. Руководители ополчения обратились с призывом к согражданам объединиться, забыть распри и совместными усилиями освободить Москву от поляков, спасти страну от разорения и порабощения. О, славные люди! Коли нам похотеть подать помощь московскому государству, не пожалеем животов наших, да и не только животов, дворы свои продадим, жен, детей в кабалу отдадим. Будем бить челом, чтобы шли заступиться за истинную веру. Дело великое мы совершим. Если нас Бог благословит, слава нам будет от всей земли русской. То от такого малого города произойдет такое великое дело. Я знаю, только мы сподвигнемся на это дело, многие города к нам пристанут. И вместе мы дружно отобьемся от иноземцев. Ярославль становится общероссийским центром сосредоточения национально-освободительных сил. Ополчение увеличилось с 3 до 20 тысяч ратников. Войска были рассредоточены по 3 важнейшим стратегическим направлениям, и в случае внезапного нападения врага Ярославль был бы неуязвим. Но от большого скопления народа началась страшная эпидемия моровой язвы. Тесно стало в Ярославле, рассказывает историческое предание. Вследствие этого открылась в городе заразительная болезнь – моровая язва, жертвами которой были тысячи людей. Возникла реальная угроза гибели не только населения,
населению Ярославля, но и формировавшегося здесь ополчения, могла быть потеряна сама возможность освобождения Москвы. Ярославля с толстой иконой Божьей Матери. Накануне настоятелю Успенского собора протоиерею Илии было Божье повеление взять икону Спасителя из старой часовни, что поблизости от деревянной церкви святителей Афанасия и Кирилла Александрийских. В сонном видении священник увидел икону в пыли и паутине. Однако, когда он обрел ее в часовне, икона была совершенно чистой. Сонное видение носило аллегорический характер. Пыль на иконе означала забвение Бога русским народом. Священника перед крестным ходом и рассказ о чудесном обретении иконы воодушевили жителей города и ополченцев. Просто Господь проявил живое участие в судьбе своего народа. Вслед за чудесным явлением Христа священнику произошло еще два чуда. Поравнялся с храмом Ильи Пророка, прозрел слепец, символизируя тем самым грядущее прозрение России. По пути из тьмы греха к божественному свету их вел нерукотворный образ Христа, ведь Он есть путь к истинной жизни. Затем, когда на обратном пути процессия поравнялась с часовней близ церкви Афанасия и Кирилла, где была обретена икона, образ встал, и несущие не могли сдвинуть его с места, как ни старались. Так указал Бог место своего особого присутствия, сугубой благодати, которую будет изливать Господь на всех обращающихся к Нему в своих нуждах, скорбях и бедах. Ибо возлюбил Господь место сие. Так рассказывает предание. Одновременно свидетельством божественного заступничества.
мужество и покровительство народу русскому и ярославцам. Почему же божественный промысел избрал небесными покровителями Александрийских патриархов? В православном сознании монастыри всегда воспринимались как форпост, духовная цитадель, охраняющая не только духовный, но и внешний мир народа. Политическая агрессия польско-литовских интервентов воспринималась русскими людьми еще и как религиозная экспансия католицизма. Александрийские патриархи Афанасий и Кирилл, жившие более чем за 1000 лет до этого времени, были духовными воинами с силой зла, апологетами православной веры, защитниками церкви от ересей, одной из которой воспринималась латинская вера. Кроме того, Господь дал святителям особую благодать для исцеления моровых язв и инфекционных болезней. Чудотворная икона Спаса нерукотворного образа была особенно почитаема ярославцами. Нет почти ни одного случая семейного, радостного или печального, при котором бы не обращались к всему чудотворному образу с молитвой прощения и благодарения. В поздравлении с 300-летним юбилеем обретения чудесного образа император Николай II писал: «Твердо верю, что святые заветы древней православной Руси всегда останутся в живых сердцах наших, и что дух князя Пожарского, Козьмы Минина и их славных сподвижников никогда не приведется в нашей великой и родной России». Выступали Кони, Бродвей, Астра, Наряд, Фиар, Спирит, а также Екатерина и Ярослав Сибарновы, Алексей Лобанов, Ольга и Тимур Мулахметовы, Надежда Кутузова, Алиса Избушева, Любовь Горелова, Дмитрий Горшков. Текст читала Ева Комиссарова. Братья и сестры, позвольте вам на память вручить памятную грамоту об участии в праздничных событиях в честь 400-летия Кирилла Афанасьевского Московского монастыря за благословение игумена Федора. Благодарим вас за начало нашего праздника. Конный театр на Бродвее.